Последний этап проверки состоит из двух частей. В первой части необходимо сдать элементы акробатики, комплекса рукопашного боя с оружием и без оружия. Во второй части необходимо провести сам рукопашный бой. Учитывая то, что после спуска со здания времени для подготовки к последнему испытанию остается мало, акробатику и комплексы рукопашного боя можно рассматривать как своеобразную разминку перед боями. Боевая специфика любого спецназа такова, что рукопашному бою в этих подразделениях отводится особое место. Особенно это характерно для таких подразделений, как отряд «Витязь». Работая против особо опасных преступников, не всегда можно применить оружие. Иногда рядом в качестве заложников или просто прохожих находятся обыкновенные граждане. Вот тогда на помощь приходят те навыки, которые приобретаются на занятиях по рукопашному бою. Давай, мочал, ну!